Сегодня Церковь вспоминает представление и обретение мощей преподобного Серафима Саровского. Вспомним сегодня удивительное наставление батюшки Серафима, которое да будет полезным всем нам. Святой Серафим Саровский говорил: «Кто любит себя, тот Бога любить не может». Это очень глубокие и серьезные слова. А кто же себя не любит? Кто же к себе не относится так, как ни к кому? Себе лучшее, себе вкусное, себе сладкое, себе уютное, себе приятное, а другим, а уж у других пусть голова болит. Вот пока мы так живем, мы никогда не научимся любить Бога. И батюшка Серафим Саровский как раз-таки показал, что все то, что любят люди, без этого можно прожить. И удалившись в далекую пустынь Саровскую, он показал, что можно питаться одной травой и немного хлебом, немного из муки приготовить необходимое, была бы свежая вода, и трава, которой питался Серафим Саровский, с нитки. Эти удивительные такие способности человека были явлены в батюшке Саровском. Оказывается, не нужно так много человеку. Оказывается, не нужно ему столько имений, столько одежд, столько еды ему не нужно, оказывается. Столько устремлений, которые он ради себя любимого все время работает, трудится, потому что у него же появилась жена, она тоже же себя любит, ей тоже нужно много. Появились дети, у которых тоже очень много потребностей. А ведь раньше воспитывали на Руси немножко по-другому. Вот это есть и хватит. Вот это есть необходимое, и слава тебе, Господи. Вот так учили. Даже царских детей так учили. Николай II с Александрой Федоровной Романовой учили детей своих скромности, скудости. А знаете, что царские дети спали на жестких постелях? У них жесткие были постельки, скромные одежды. Они были даже больше к аскетической жизни приучены. Спали не всегда в теплых комнатах, а иногда в хорошо проветренных. Они гнушались никакой работы, потому что их учили работать, а не наслаждаться, будучи детьми царя и царицы. И когда только совершилось страшное бедствие на Руси, они в числе первых пошли работать в госпиталь и перевязывали гнойные раны раненым русским бойцам. Вот как воспитывали детей. Оказывается, нужно не о себе заботиться, а как только кому-то трудно становится, нужно позаботиться о другом. Вот в чем любовь. Ибо если ты любишь себя, то Бога ты полюбить не сможешь. Серафим Саровский был удивительный человек, как ангел. Не случайно имя ему Серафим, пламенный. Так пламенел любовью к Богу, что Бог за эту любовь, вы слышите, не за любовь к себе, а за любовь к Богу открывал ему и прошлое, и настоящее, и будущее не только людей, но и царей, и судьбы целых государств. Об этом еще мы узнаем, братья и сестры. Батюшка Серафим Саровский, принимая человека, уже видел его прошлое. Представляете, вот приходит человек, допустим, мужчина, ну и он один раз там, подумаешь, изменил жене, как многие думают сейчас. А он подходит и говорит: ну как же ты вот с этой, называет ее имя, зачем ты? У тебя жена, трое деток, зачем это тебе было? И человек пришел вроде просто к старичку, к священнику, а батюшка ему все грехи его прошлой жизни и выкладывает, а потом говорит: ну ты знаешь, Христос пришел для того, чтобы искупить нас от грехов. Ты больше не делай так никогда. Хорошо? Потому что Христос воскрес и еще раз придет, со всех спросит, за все нам воздаст. Радуйся, Христос воскресе, радости моя. И человек вот с этими словами уходил, он менялся в жизни, он уходил, говорит: слушай, я был у человека, домой приехал, он мне все про себя рассказал. Он, оказывается, ясновидец. Вот, не надо ясновидящих. Это человек, который от Бога получал видение прошлого, настоящего.
Вот ты в прошлый раз была у меня, а помнишь, ты опять продолжаешь воровать. Батюшка, откуда вы знаете? Да я потихоньку, да я же для деток, я же ради хорошего, ради добра. Но разве может быть воровство ради добра? Или ты забыла заповедь «Не укради, Христос воскресе, радости моя». Ты больше так не делай, иди с мирой. А в следующий раз, когда ко мне приедешь, уж не называй больше этих грехов, а то помрешь. И она уже со страхом, знаешь, раз сказал, два сказал, нет, значит, умрешь. Ну, что делать? Господь-то тоже, Он же воздаятель. И вот так с любовью всех, знаете, никого не осуждал, никому не досаждал, всем почтение воздавал. Вот такой был старец. И как-то к нему приехал один купец известный, который потом-то и передал все то, что видел о нем, и то, что прозревал о нем старец Серафим Мотовилов. Его постигла очень серьезная болезнь. И он буквально был прикован к постели. Призывал лучших лекарей, лучших врачей. Принимал дорогие лекарства, как мы. Ну, мы же сразу на лекарства, мы же сразу надеемся на докторов, конечно. И вот когда все это уже было испытано и ничего не оказало никакого содействия, то тогда он, узнав о том, что есть такой в Саровской пустыне старец, которого он не знал раньше, он повелевает запрягать соответствующую там повозку, положить его на эту повозку и везти к батюшке Серафиму. Может, поможет, а может, нет, вот так едет. Ну, может, последняя надежда осталась. Лежит, человек не встает. И вот привозят его к батюшке Серафиму, заносят в келью его, а он опять: «Христос воскресе, радость моя». Да он говорит: «Какой мне сейчас воскресе? Сейчас все болит, батюшка. Это вам вот выходите, а у меня вот, вот что мне делать?» А батюшку возьми и спроси у него: «Веруете ли ваше боголюбие в Господа нашего Иисуса Христа?» А тот говорит: «Верую, отче». «А веруете ли вы ваше боголюбие в Его Пречистую Матерь, Деву Богородицу?» «Верую», говорит батюшка. А потом Серафим Саровский снова спрашивает: «А скажите ваше боголюбие, а веруете ли, что Христос вчера и ныне, и вовеки тот же?» «Верую». «Так вот, Он все может, если вы веруете. А если веруете, то вы уже здоровы. Вставайте». И человек, лежащий, привезенный на одре болезни, вдруг чувствует силу в своем теле, и он поднимается и встает здоровым. Вы можете себе представить, как потом жил этот человек? Как потом он описывал встречи, разговоры с Серафимом Саровским, вот эти беседы с Мотовиловым, они бесценное литературное сокровище. Причем не просто человек предсказал, он имел дар от Бога исцелять недуги людей, буквально поднимая их от одра болезни. Батюшка Саровский Серафим видел не только прошлое, настоящее, он видел и будущее. Он предсказал государю-императору Николаю II серьезную его будущность и трагическую кончину, о чем записал и передал это свое благословение и пророчество, которое повелел не открывать, прежде чем не пройдет 100 лет. Вот представляете, куда батюшке было открыто и видно не только судьба приходящих к нему, а император был семьей у Серафима Саровского, почему именно он своим определением предложил и Священному Синоду Церкви прославить этого великого старца земли русской, преподобного Серафима, словами «немедленно прославить», потому что те чудеса, которые он видел сам, и людей, которые вокруг Серафима Саровского собирались, а тысячи людей ехали к нему. Тысячи тысяч, туда паломничество было неизреченным и продолжается поныне, к батюшке Серафиму едут в Дивеево. Так вот, батюшка, оказывается, видел не только чужое будущее, но и свое. И даже сказал: «Когда я умру, запоют Пасху зимой». И вот сегодня зима. 15 января, представляете, какая там в той степи холодина, снег, мороз. Когда Серафим Саровский представился ко Господу, то тогда, тоже по его предсказанию, когда он умрет от
пожара, то есть будет, когда его настигнет конец, то есть его земная жизнь завершится, то это будет знамением пожара. И действительно, он молился на коленочках уже в келье своей, и свечечка уже, он умер, а свечечка догорела, и был пожар. Почему? И узнали, что батюшка приставился. И вот кроме того, что он предсказал даже пожар своей кончины, во время которой она произойдет, а с другой стороны, совершилась Пасха. Зимой, когда люди пришли хоронить Серафима Саровского, это было такое паломничество, это было такое неизреченное, молитвенное, соборное, такое предстояние пред его гробом, а с другой стороны, люди чувствовали такую радость, что запели пасхальный канон. И вот сбылось батюшкино предсказание, что зимой запоют Пасху. И вот это было такое чувство, что он не просто умер, он перешел в тот мир к Богу, которого любил всей душою, всем сердцем и всем помышлением своим. И других любил, и других учил, говорил: пока ты себя любишь, ты Бога любить не научишься. Научись любить людей, научись любить жизнь, научись любить врагов, тогда и Бога полюбишь. Вот, дорогие, давайте с этим и мы с вами, благословением батюшки Серафима Саровского, сегодня завершим нашу службу, поблагодарив Господа и батюшку Серафима. Мы слышали сегодня в молитве, что он и сегодня является. Вы слышали? Он является. И он, мы храним это предание, являлся на месте, где стоит наш храм, и предсказал его строительство. И мы стоим в храме, который по преданию предсказал, что на этом месте люди Богу храм построят. Как же это не чудо? Как же после этого не верить в Бога? Как же после этого себя меньше перестать не любить? Вот давайте мы постараемся после всего этого больше заботиться о других, а меньше о себе. Ведь нам не так много нужно. Если мы посмотрим, сколько у нас есть, и зададим себе вопрос: а нужно ли это все мне? А если еще купить? А еще вот этого мало, надо еще, посмотрите. И вы, честно задав себе этот вопрос, ответите: да куда уже? Уже пора чем-то и делиться. Пора уже что-то и раздавать. Поэтому, дорогие братья мои и сестры, я хочу, поздравляя вас с праздником Серафима Саровского, напомнить вам эти слова, которыми сегодня попрошу вас тоже приветствовать друг друга своих домашних. Христос воскресе, радость моя! Христос воскресе! Воистину воскресе Христос и нам даровал живот вечный. Аминь.